наши первые приезды. Вот наши первые приезды. Вот наши первые приезды. Вот наши первые приезды. Такого не выхватывали прежде. Люди, речь, одежда, место интересное, Москва, если честно. Вот наши первые приезды. Такого не выхватывали прежде. Люди, речь, одежда, место интересное, Москва, если честно. На Тверской проститутки не строятся и подавно, так что юмористы пудрят мозги с экрана. Вот на речном вокзале, на шоссе в Шереметьево, они стоят плотно в ряд 30 метров. А вот второй ряд и третий, сила этих чар освещается в темноте при свете фар. Экспонаты вертят передами, задами, похоже на шеренгу комсомольскую с вожатыми. Раньше вот еще таких видел чаще, со свастикой. Это что по-настоящему? Я приехал из Ростова, не из глухой чащи, но удивлялся, смотрел непонимающе. Любят гладко стричься, это я понимаю. Носят черные в обтяжечку джинсы, ну не знаю. Ботинки либо как у терминатора, ходить по лунным кратерам, либо как у солдата. В основном ребята, но есть и девочки. Такие заморашки, аж по коже мурашки. Я посовещался с местными краеведами, сказали, что такие называются скинхедами. В ходе трех дней пребывания в столице туристов, по идее, не трогает милиция. На дармоедов действует сила вашего билета, как осиновый кол на вампиров. Но ровно в полночь, через три дня билет теряет силу. Вы до них золотая жила. Поэтому, чтобы не делать регистрацию, вам нужна маскировка для конспирации. Туристы, носите с собой книжку интересную, как делают местные, если не трудно слишком. Это обведет курсанта вокруг пальца, но матерому менту вы можете попасться. Вот наши первые приезды. Такого не выхватывали прежде. Люди, речь, одежда, место интересное, Москва, если честно. Вот наши первые приезды. Такого не выхватывали прежде. Люди, речь, одежда, место интересное, Москва, если честно. Каста. Каста. 2003, Омега, я знаю, что вы любите это. Смоленск, Москва.